Любите спорт? Тогда переходите к моим спонсорам 1x, а по промокоду 777 вы получаете бонус до 6000 рублей. И, разумеется, ссылочку вы сможете найти в первом закрепленном комментарии. Дорогие друзья, мусульмане, самые добрые, отзывчивые люди, я обращаюсь к вам за помощью. Моему сыну очень нужна операция. Ребенок родился с редким диагнозом. Атрезия и микротия. Атрезия слуховых проходов и микротия ушных раковин. Это означает, что ребенок с рождения не имеет слуховых проходов, и у него отсутствуют ушные раковины. Это очень опасно для его жизни. Мало того, что ребенок не слышит, он еще очень плохо ориентируется в пространстве. Так как нет слуховых проходов, он не может определить источник звука, и когда находится на улице, не может определить, с какой стороны может подъехать к нему машина, с какой стороны его может подстерегать опасность. Такое заболевание может восприниматься как дефект лица, грубо как уродство. И поэтому со временем это может очень пагубно сказаться на психике ребенка. Но помочь Арсению может. Всего лишь две операции по восстановлению слуховых проходов и ушных раковин могут ребенку дать полноценную жизнь. Но такие операции делаются только в узкоспециализированной клинике, которая находится в Соединенных Штатах Америки. Счет, выставленный врачами, очень большой. Он составляет 172 тысячи долларов. Если в перерасчете на рубли, то около 13 миллионов 760 тысяч. Долгих 4 года мы уже ведем сбор по спору средств. Любая мать хочет дать своему ребенку полноценную жизнь. Поэтому мы, несмотря на такую большую сумму, взялись за это сложное дело, но за 4 года мы смогли собрать только 4 миллиона рублей. Поэтому мы обращаемся к вам, мусульмане. Поддержите нас, ведь болезнь, она не выбирает, чего ребенка хочет заполучить. Она не смотрит на национальность и вероисповедание. Поэтому мы обращаемся к вам. Помогите, поддержите. Наш Арсений очень разносторонний и увлекающийся ребенок. Он хочет жить, как все, полноценной и здоровой жизнью. Поэтому только объединившись, все вместе мы сможем помочь ему. Помочь ему быть здоровым и счастливым.